Приветствую, мои дорогие друзья, а также новые зрители канала «Заброшенная Россия». Мой канал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня вы смотрите продолжение истории о двух несчастных инвалидах, которые живут в селе Кроткого Похсинского района Самарской области. Вместе с подписчиками мы делаем им ремонт. В этой истории обязательно будет продолжение, поэтому, если она вас заинтересовала, обязательно подпишитесь на канал, если до этого не были подписаны, и нажмите на колокольчик внизу, чтобы не пропустить фильм. Ну что, друзья, появляется наш самый главный помощник, герой нашего ремонта. Арчи, поприветствуй. Привет, Арчи. Привет. Привет, Арчи. Арчи, нельзя. Вроде хорошие люди. Пластиком берем у Ильнуры, которая помогает нам с ремонтом. И сейчас поедем в Похснево. Нужно еще купить унитаз, обогреватель. Сейчас Ильнур, наверное, даст. Как настроение? Все отлично. Дела идут, делаем. У всех сейчас настроение нормальное, потому что там уже совсем же другой стал. Ванная комната чистая, аккуратная, красивая. Сегодня будем подключать водонагреватель, чтобы они купались. Горячая вода будет у них, холодная вода. Сегодня, завтра добьем и все. Ну пока что, да, вот на что деньги хватило сделать. Горячая вода у них не было, вот будет горячая вода. Ну что, погнали, давай резином его будем мотать, братан. И вам делать не из Москвы приехать снимать этот репортаж про нашу вшивую деревню. Друзья, как выглядит заброшенная деревня, вы уже знаете. Как думаете, какая их ждет судьба? Остаться забытыми? Мои друзья с канала «Коллектив» нашли целый район, где заброшенные русские деревни получили вторую жизнь. Удивительно. Но в этих никому не нужных, казалось бы, домах поселились люди. И люди эти приехали из Таджикистана. Как теперь выглядят эти села? Что в них происходит? И главное, ждет ли такая же судьба все наши заброшенные деревни? Смотрите об этом видео по ссылке в описании. И давайте поддержим моих друзей, которые снимают такие интересные видео. И подпишемся на их канал. Здрасте. Здравствуйте. Как дела? Ух ты. Нормально. Это самое. Проверяющий пришел. Как у вас красиво тут стало, а? Куда стена делась? Выкинули. Да. У вас теперь прям квартира в студии стала тут. А тут будут кабель, нет? Не знаю, сейчас посмотрим, насколько денег хватит у нас. Самое главное здесь закончить у нас. Да. Так, вчера заливали, да? Ага. Вечером уже. Ага. Говном. Так, еще. Видно, старина вся. Ух ты. Красивенько стало. Ванну отмыть. Да. Шикарно. Кафель не хватило, что ли? И по кабель есть вовремя. А, есть, да? Да. Ух ты, и кухня у нас готова. Шикарно. Он замазывал все, да? Да. И красил тоже? Да. Нет, перед этим же штукатуркой замазывал, да? Да. Не узнать. Здрасте. Здрасте. Как дела? Нормально. Я с собачкой приехал проверять. Ага. Ну что, меняется все к лучшему? Да. Какие ощущения были после ремонта? Нормально. Вы сами помогали делать что-нибудь? Это голландку ломали, кирпичи это как это таскали на улицу, а больше ничего не помогали. Сейчас я пластик принес, пошлите, поможете? Угу. Печка была старина, да, когда-то? Ух ты! А это случайно не старая? А то я вас подарок попрошу, если старинная. Крышка. Нет, современная. Как просторно стал, да? Да. Что хотите здесь сделать? Да, это такое перегородку, это загородить. Давайте по чуть-чуть. Нет, нет, может вдвоем. Вдвоем нет, да? Давай немножко поменьше. Легенькая вроде. Так, да. Неси давай. Да, неси, зубы и понес. Я тебя приду. Вот тебе на. Главное, ног не проткнул. Самир мне говорил, что можно провалиться. Это я решил испытать. Ну что, надо делать. Хочешь, не хочешь. Так что ты делал теперь? Так. Полы придется делать. Ну что, надо ДСП искать. Да, главное, ног не сломал. Да, хотя бы вот эту временную.
Так, здесь я провалился, осторожней. Куда валил? Вон, сверху. Вон, да, вон, вон. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо вам за добрые дела. Да не за что. Всем пока. Иди, Улечка. Сейчас через, может, полчаса, час они подъедут. Пока прокачусь по селу. Ну что, друзья, пока мы ждем моих друзей, я решил прогуляться по селу и показать вам красивые картинки из жизни этого села. Арчи сразу за курицами погнался. Арчи, нельзя, нельзя. Курицу он любит. В общем, друзья, поснимаем красивые виды. Люблю я иногда просто погуляться по селу и насладиться деревенскими красотами и просторами. Друзья, пока я ожидал ребят и фотографировал тут красивые виды, выяснилось, что рядом с этим домом живет бабушка, которой 95 лет. Сейчас мы отправимся к ней в гости, но об этом вы уже смотрите в следующем фильме. История получилась необычная. Мне 96 год, 5 сынов, все умерли, 2 внучки и внук. Никому старые не нужны, я их заслужила. Друзья, как вы знаете, сейчас канал «Заброшенная Россия» существует только благодаря поддержке подписчиков. Поэтому, если вам нравится то, что я и моя команда делают для вас, вы можете нас также поддержать. В описании этого фильма есть карта Сбербанка и Тинькова, а также ссылка на донаты, по которым можно перевести средства из-за границы. Если не можете поддержать нас финансово, можете просто поставить лайк, подписаться на канал и написать хороший отзыв о нашем канале в комментариях под этим фильмом. Это также очень поможет продвижению нашему каналу. Большое спасибо за то, что вы у нас есть. Ну что, друзья, прошло у нас 3 дня с того момента, как мы уехали отсюда. Работы закончились, Самир у нас уехал в Москву, и сегодня я приехал, чтобы посмотреть, какие у нас тут результаты достигнуты. Пошлите, посмотрим вместе. Арчи тут не терпится. Куда ты хочешь там, а? Засранец. Пошли. Что-то не слышно. Ух ты. Дома кто-нибудь есть? Что-то хозяева все открывают. Поэтому заходим без спроса. Коридорчик у нас сделан. Конечно, двери тут поменять. Здрасте! Здравствуйте. Как дела? Да, нормально. Чё, стучусь? Да, он телевизор кричит. А телевизор? Когда плохо слышит. Здрасте. Здрасте. Приехали работу проверять. Давайте показывайте, хвалитесь. Толик. Yellow ремонт прямо у вас тут теперь стал. Сами, наверное, не узнаете. Ну, вообще, довольны работой? Да, довольны. У вас, наверное, в жизни такого туалета не было? Спасибо. Да. Спасибо вам большое. За работу, это как и помогли. Давайте ванну покажите теперь. О, вода теплая есть теперь? Да, теплая есть. Это горячая вода и теплая. Да ванну только помыть вам осталось? Ванну не мыли еще? Нет, еще не мыли. Да, осталось подготовить после ремонта. Да. Ванну не набирали теплой воды еще? Да, набирали. Нравится, очень нравится это. Спасибо вам большое. А здесь горячей воды никогда не было? Нет. Не было. Нет. Вообще не было воды. Только то есть всю жизнь без горячей воды здесь, да? Да. Ну пошли в кухню посмотрим, что там. Стены подсохли? Да. Да, подсохли. Ух ты. Ну все, да. Да. Кухню тоже не узнать. Да. Мебель еще расставить. Угу. Сюда, конечно, линолеум еще постелить. У нас пока деньги кончились на ремонт. И так, говорит, притирку. Да. Это спасибо, что сделали этот ремонт, помогли.
Как здоровье у вас? Ну вот и только вот рука болит и грудь болит у меня. Вот я в Самару поеду скоро. Когда поедете в Самару? Ой, это вот мои, это как погода установится, поедем. Поэтому он тоже на больницу, это сюда, бог с ним, это к врачу, к нервному потоку. Это как что ему скажут, так что ему надо тоже это Самару ехать. Может, инвалидность ему это как сделают. Это у него тоже давление, это высокое слишком. Рука не работает, у него правая нога, правая не работает, вот. Ну вот вместе вот с подписчиками мы смогли это проделать. Инара тоже спасибо. Ну, конечно, хочется вам еще окошки, возможно, окошки вам поменяем, если денег наберем. Вот, и вот линолеум, возможно, если денег у нас будут. Ладно. А отопление батареи куда делалось? Это батареи давно это у нас сняли, это у нас потекло тут. А, потекло и заварили, да? Да, это обрезали, а это как батареи не поставили вообще. Зимой холодно? Зимой холодно, да. Это потому что это здесь это плохо, это батареи нету. Ну, короче, батареи все надо. Да. Ну, здесь хоть посвободнее теперь стало у вас. Да. Ну, главное... Просторно. Да. Можно дискотеку устраивать. Ладно, это спасибо вам большое. Самое главное вам здоровье, чтобы не болели вы. И это какое у вас, наверное, бабушка есть. Нет, к сожалению. Это какое здоровье. Да, тоже всем это вам большое спасибо. Самое главное, вот и ремонт сделали. Все понравилось, претензий никакой нету. Ну, это самое главное. Да. Теперь хоть по-человечески будете в туалет ходить, да. И в ванной пользоваться горячей водой. Она после химии стала плохо слышать? Нет, да. Это химию делали. Когда? Ой, это как это... Давно уже сделали химию. Это как после химии у меня это волосы облазивали, это вылазивали. И вот я ходила, это как потом волосы выросли. И на глаза делала операцию, слепая была. Ну ладно, поеду. В общем, прощаться с вами не буду. Если еще денежки наберем, то может продолжим ремонт. Ладно. Так самое главное, основное сделали. Самое главное, большое, что вам спасибо, самое основное сделали. А так это, может, я сама буду это там, это в комнате делать, ремонт и это, в зале. А за газ, большая задолженность у вас? 11 тысяч. 11 тысяч, да? Да. В общем, по идее, если по 11 тысяч оплатить, можно и газ провести, да? Да. Ну ладно, всего хорошего. Да. Поеду. До новых встреч, как говорится. Да. Спасибо. Ну, Павлы неплохо получились. Ну, ровно теперь. Нормально, да. Все. Друзья, я выражаю огромную благодарность всем тем, кто помогал нам с ремонтом. Особую благодарность выражаю Ильнару, который помог купить обогреватель, унитаз, а также помогал с самим ремонтом. И Самиру, который делал ремонт. Благодаря всем нам, жизнь этих несчастных людей изменится теперь в лучшую сторону. Надеюсь, фильм вам понравился.
как всегда. Делитесь своими эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно мне напишите. Ссылки на все мои соцсети в описании этого фильма. Я надеюсь, к этим несчастным людям мы еще вернемся, потому что есть в планах сделать еще немножко ремонт им, но пока средств не хватает. До новых встреч. Пока.